А что новый? Мальчик, вот ты вообще не вовремя прям. И не в тему вообще. А то там какие-то это, с такими глазами. Вот нет. Представлена группа сильнейших. Перед вами работают 4 чемпиона мира. Второй повод по Арсений Михаил результировал первое упражнение 115 подъемов. Четвертый повод Тарханов Илья в первом упражнении показал лучший результат 159 подъемов. Между собой они соперничают в одной весовой категории. Очень сильный разрыв между Ильей и Михаилом. На пятом помосте Комарчук Владимир работает в ранге победителя своей весовой категории. В первом упражнении зафиксировал 97 подъемов. Yeah.